вообще, не. Я только если позагорать. Давайте я вам сразу быстренько покажу цены. Смотрите на это чудо. По-моему, она понимает, что я ей говорю. Микочка, мы сейчас поедем на море. Бери вещи, поехали на море. Бери. Да-да, мы поедем на море. С Леней, да. Иди, Мика, кушай. Иди, кушай, чтобы поехали на море. Молодец. Самая организованная. Вы посмотрите на это счастье. Мик, мы на море едем. Жди. Жди. Сейчас поедем. С тебя с собой возьмем. Микошечка, будешь плавать на море. Моя красавица. Так Мика на море хочет. Сейчас посмотрела прогноз погоды и поняла, что мы выбрали самое лучшее время для поездки на море, потому что завтра и послезавтра всю неделю будут дожди с грозой. Приехали в Кабардинку, и на этом месте мы с бабушкой ходили на пляж. Эх, мама, классно было. Приезжай еще на море, вместе с тобой поедем. А сейчас мы быстренько перекусим и пойдем на пляж. Я взяла с собой блинчики в сумке термос. Оп. Идем к морю. Знаете, что я заметила? Сейчас, конечно, начало сезона. Сегодня у нас 16 июня. Но сейчас, правда, утро. Людей вообще мало. Я взяла с собой шляпку. Ну, и завязала гульку. Ну, шляпка вроде как-то держится. Но хреново держится. Мика, иди сюда. Я бы сразу на море пошла. Зарядку-то. Ага. Микушка, мы идем на море. Подожди. Стой. Ну подожди. Все. Положи на это. Все, Микушечка открыла сезон.
Ну, она хотела буёк забрать. Водичка прозрачная. Ой, ныряет. Я, наверное, может, даже и купальник одевать не буду. Сейчас потрогаю, какая водичка. Ой! Ой, вода холоднючая. Не, я только если позагорать. Сюда, в сторонку отошли. Здесь тенечек. И с Микой, чтобы никому не мешать в сторонке. Класс, море. Красота. А у меня вот эти сандали. В них можно прям по гальке ходить удобно. Леня тоже пойдет плавать. Че, вы прям плавать будете, да? По холоду. Людей совсем чуть-чуть. Не, я могу, я, наверное, пойду переоденусь. И просто, может, посижу на гальке. Я посмотрела, здесь нет раздевалок, чтобы переодеться, поэтому я пока сижу. Жду, ребята, поплавать. Надо было сразу купальник одевать. Вот так и я хочу. Сейчас переоденусь тоже, сейчас буду лежать. Чуть повыше, правда. Жалко, раздевалок нет здесь, кабиночек. А Микушечка вся трясется. Ей нужно, чтобы ей камушки бросали. Красавица. Ну что, я переоделась в купальник, зайду в воду. Полностью заходить не буду. Мика, пошли со мной. Идем. Я сейчас буду плавать. Сейчас я одену подводный бокс. Вода вообще классная. Мы когда только приехали, я зашла только в воду. Мне она показалась такой холодной. А когда я второй раз стала в воду заходить, вообще такой кайф. Релакс, Мика. Релакс. Релакс. Оп, оп, оп. Аладдин. Да. Арабская ночь. Так классно, шум волн, чайки. Людей на пляже совсем мало, поэтому нас с Микушечкой никуда не прогоняют. Ну а в сезон с Микой уже не наездишься. Нам, кстати, надо Микушечке сделать прививки. Кстати, если кто-нибудь живет в Яблоновке или хотя бы вот возле Яблоновского моста в Краснодаре, и вы готовы брать Мику на передержку, мы будем за это платить. Пишите мне. Можете сразу в сообщениях здесь писать. Если что, у меня в описании под видео есть ссылка на мой ВКонтакте и Инстаграм. Пишите. Я раньше оставляла Микушечку в юбилейном. Там с девочкой мы познакомились. Такая девочка хорошая. Максимкина, кстати, одногодка. Но, увы и ах, туда неудобно ездить. Смотрите, пляж.
пляж пустой полностью. Леня ныряет, смотрит на водоросли. А Максим уже нанырялся, лежит, загорает. Хочешь, пойдем туда, где эти грибочки? Хочешь? Мы так подумали, раз никого здесь нет, мы сейчас пойдем туда на грибочки. Потому что реально никого нет. Один мужчина там только лежит. А мы в тенечке будем. Все, мы сейчас здесь сядем и не будем никому мешать. Прям здесь, рядом с шезлонгами. И в тенечке. А то солнышко уже жарит. Просто людей, раз людей нет, то почему бы и не купить? Максим, ты в такой классной позе загораешь. А Леня греется на солнышке, он только что плавал. Ой, Лень, у тебя такой ракурс красивый, если бы не ботинки. Так море красивое, и Микушечка рядом. Единственное, что плохо, это то, что сейчас не продают мороженое. Я бы с удовольствием сейчас поела. Холодненького мороженое. А я деньги не брала, у меня этот самый. На телефоне. Тим говорит, сейчас бы сладкой водички еще попить. Я говорю, вон у вас вода полная, значит, жажда вас не мучает. Еще не открывали, не пили. Но у меня есть кое-что, что может сделать так, чтобы вас мучила жажда. Сухарики. Кстати, висит желтый флаг. Я не знаю, это, наверное, можно плавать. Не знаете, что обозначает желтый флаг? Мика из нас сама больше всех поплавала. Она прям ныряет. Я плавать больше не буду, но сейчас схожу по берегу моря и вот так вот по вот этим камушкам, получается, поднимаю, опускаю ноги, так кайфово, такой классный массажный эффект. Мик, попробуй, очень классно. Виды здесь красивые открываются. Мальчишки в телефоны зависли. Интересно, кто знает, как эта гора называется? Очень красивая. Мне нравится, что здесь такая небольшая бухточка. Так уютненько здесь. Тоже еще пришли люди. А я стою на солнышке и получаю массажный эффект. Мужчина пришел, опускает желтый флаг. Все. Мальчишек оставила на пляже, сама иду. Сейчас в магазин схожу, что-нибудь куплю перекусить. Есть хочется. Обгорели все, я обгоревшая, как настоящий турист. Вся красная, как рак. Сувенирные лавки закрыты, ничего не работает. Мне нравятся здесь тенистые аллеи. Прям вспоминаю, как мы здесь с мамой ходили. Тоже ничего не работает. Кафешки не работают, ничего не работает. Винные магазинчики тоже не работают. Все магазины не работают. Я сейчас иду в Магнит, хоть прогуляюсь. Не люблю на одном месте сидеть. Тут еще как после самоизоляции все. В себя не придет. Некоторые вовсе съехали. Вон аренда. Да, печально. Вот смотрите, все съехали. Везде аренда. И даже комнаты не сдаются. Бюро по размещению отдыхающих не работает. Может, еще не сезон? Сегодня 16 июня. Ну и раз я зашла в Магнит, давайте я вам сразу быстренько покажу цены. Сразу сахар 29,99. Так, сыры. Вот, 179. Я быстренько покажу. Кому надо, стоп, нажмете. Вот, сыр Гауда 49,90 за 100 грамм. Колбаса
Вот, папа может. 219, цены такие же, как в Краснодаре. Он даже папа может за 89 рублей. Вот такая вот венская 219. Тавровские сосиски 179,90. Вот рыба сколько стоит. Селедка Санта Бремор филе 139,90. Северга форель филе 150 грамм 189 рублей. Вот разная селедка 71,54. Майонез 45,79, 49. Цены такие же, есть. Масло 99,139. Может, еще не поднялись просто. Вот хлеб 26,99, 30,99. Вот бедро куриное 125 за килограмм. Голень 139, грудка 179,90. Крыло 139,90. А вон там Новороссийск. Очень классно, что пляж совершенно пустой, на нем никого нет. Ой, ну что, кинем Микки мяч этот камушек, чтобы она нырнула. Кинуть? На-на. Она сейчас нырнет. О, нырнула. Не нырнула. Ох, еще ныряет. Нужно под водой сейчас одеть подводный. Ох, нифига себе, я поменьше мячик. Ой, камушек бросала. Максим обгорел, нос красный. Я тоже обгорела, и Леня тоже обгорел. Леша опять нашел рукоотшельника. Показывает пацанам. А я обгорела, сижу, ноги накрыла. Только что плавала. Укрылась полотенечком и спряталась за шезлонгами. Тенечки, потому что сейчас везде солнышко светит, а тень только вот там, где проход, там, где тропинка. Не-не, отпускай. Все, едем домой. Ну что, ребят, как отдохнули? Отлично. Все обгоревшие. У всех кожа болит. Максим смуглый. Беречко у него не видно, что он красный. А мы с Леней как раки.
А кожа горит, как будто тут в машине просто печка. А у меня холодная Мика в ногах. Чизно-российский. Я не хочу чизно-российский. Загоревшие. И у нас нет воды. Мы все соленые. Грязные соленые, красные, зеленые. Mm. Вот. Не знаю. Будем сейчас с запасом умываться и ложиться спать. 10 часов. Вот так отдохнули. Леша, ну ты же снимаешь меня. Не спи. Вы, наверное, тоже устали. Батарейка мигает. О, вы тоже устали. Ну все, пока.